Завершение года. Час подводить выники. Лепшим керовникам агропромыслового комплекса региона сегодня вручили заслуженные узнагороды. Отповедные конкурсы сёлета у першиню проведены по инициативе областного агропромыслового союза. Дипломы пераможцев и лауреатов отримали 15 человек. Подробности в материале наших корреспондентов. Пропанова областного агропромыслового союза о проведении конкурсу лепших керовников сельскохозяйственных предприятий знайшла поддержку у областным выконавчим комитете и галиновым профсоюзе. У регионе працовников АПК ушановывают часто, але галовным чином представников рабочих профессий. Керовники часто застаются поза увагой, хоть менавіта от их у першую чергу залежать поспехи усяго коллективу. Совгазкомбинат «Зара» Мазырского района у Гомельской области одно из лепших сельгаспредприемств. У подтверждения усяго одна лишба. Сёлета средняя зарплата у господарцы, якая поспехово развивается одразу по нескольких накерунках, перевысила 1500 рублей. В соседнем Нарулянском районе имеются земли, которые мы последние годы активно осваиваем. И плюс к тому же мы на этой территории строим новые фермы и добиваемся неплохих результатов в животноводстве. Постоянно расширяемся. Вот и в этом году было создано порядка 50-60 новых рабочих мест, где производство такие с довольно высокой выручкой на одного работника, что позволяет укреплять нашу базу и платить достойную заработную плату нашим людям. Сегодня главная задача сельгаспредприемства – захование харчовой безопасности страны. Але разом с тем господарки занимаются развитием сельской инфраструктуры, поддержкой установ эдукации и культуры. А тому, подчас церемонии узнагороживания, директорам жадают здоровья, терпливости и поважливого ставления с боку подначаленных. Правда, каб досягнуть этого, и самим керовникам необходимо относиться до людей отповедным чином. Работа обычная, как всегда. Надо работать. Надо понимать людей, надо поддерживать, надо заботиться, мобилизовывать, и все будет в порядке всегда. Сёлета лепших керовников сельгаспрадприемства вызначали у двух номинациях. Со стажем работы у конкретной господарцы до 5 годов и звыш гэтага термину. У кожной по 3 пераможцы и некалькі лауреатов. У наступном годе конкурс плануется провести знов. Зараз на Гомельщине працюють каля 200 керовников господарок. А гэта значит, что выбирать будет с кого. В первую очередь им самим необходимо друг у друга учиться. И не надо никуда ехать, ни за 3-9 земель, ни, никуда. Они могут даже в районе друг у друга взять самое лучшее, взять где-то какие-то, вместе проработать вопросы и работу над ошибками, потому что сегодня совершает ошибки один, завтра не совершает другой. И потенциал очень высокий. Его надо раскрыть. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».